При организации татарской диаспоры Азербайджана состоялся семинар, посвященный сохранению семейных ценностей и укреплению института семьи. На мероприятии было отмечено, что в Азербайджане издревле очень почитаемы традиции семьи. Уважение к старшему, забота о младшем – это прекрасные ценности, передаваемые от поколения к поколению. Семейная атмосфера, внимание и любовь родителей, их отношение к воспитанию и образованию ребенка являются основополагающими факторами в дальнейшей судьбе каждого человека. Именно это и стало главной темой семинара – формирование семейных ценностей у молодого поколения. Важно то, что молодежь может об этом узнать и сможет как-то для себя сделать выводы, что я делаю не так, а как сделать в будущем. Поэтому в первую очередь мы как общественная деятельность, как представители татарской диаспоры Азербайджана, как граждане Азербайджана, заинтересованы, чтобы в будущее Азербайджана шло в правильном направлении и сохранили все свои татарские национальные духовные традиции. На мероприятии также выступил имам мечети Эшдербей Рашид Джабаров. По его словам, татары издавна строили семейную жизнь на основе религии. Именно она удерживала от размывания нравственных ценностей татар, что является необходимой нормой существования общества. Аллах Таля создал для этой жизни пару. Женщину создал из ребра мужчины для того, чтобы они здесь вместе, как говорится, добывали и хлеб насущный, здесь размножались, и потом мы все возвратимся к нему. И именно это является заполнением вот этого смысла, вот так будем говорить. Потому что одному в этом мире делать нечего. На семинаре также были затронуты проблемы юридической образованности женщин, а также новаторские предложения Мили Меджлиса в этой области. Планируется, что результаты данной конференции будут содействовать решению имеющихся проблем семьи в Азербайджане.